Друзья, итак, об аде. Есть ли ад? Нет. Мы с вами живем на планете Земля, которая считается во Вселенной, что ли, даже не во Вселенной, как это назвать, в этом огромном мире душ, в мироздании, самым сложным местом для воплощения. Души наши с воплощений на Земле возвращаются к себе домой настолько измотанные, замученные, усталые, что им приходится еще проходить как бы реабилитацию, знаете, как бы отдохнуть и прийти в себя в определенном месте. И вообще считается, что воплощение на Землю это как 10 воплощений, но куда-то в другое место. Понимаете? Настолько сложные уроки здесь проходит душа. Потому что поэтому сложнее, труднее, страшнее, даже можно сказать, место, чем наша Земля, для воплощения не существует. Это и есть ад.